Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета объявляет набор нового состава. Почему? Почему играется без руки? Приглашаются юные музыканты в возрасте от 10 до 22 лет. Юрий прям очень хороший дирижер, он все показывает. Все сдружились, оркестр – это наша семья уже. Зарегистрируйся на сайте юношеского оркестра или отправь заявку по указанному адресу. Будет человек играть в оркестре или с оркестром, это покажет жизнь. Первый отборочный этап в Ярославле 6 мая. Стань участником юношеского симфонического оркестра, и тебя ждут репетиции с лучшими педагогами страны. Концертное турне по городам России и Европы. Съемка в телевизионном проекте «Оркестр будущего» на канале «Культура».